В Алматинском районе Астаны из-за коммунальной аварии без воды остались почти 900 квартир. Под отключение попали 11 блоков жилых комплексов и частично 4 улицы частного сектора. Устранить неполадки службы планируют в течение нескольких часов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким района Адильбек Сарсимбаев. По его словам, порыв магистральной водопроводной трубы диаметром 500 мм произошел по улице Кобланды-Батыра на углу улицы Бурабай. В откачке воды задействовано более 20 единиц спецтехники.